Ивангород приветствует всех участников третьего международного эко-марафона, который организуется в рамках проекта «Нарва Ватман» программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония на период 2014-2020 годов. Давайте сделаем мероприятие более массовым, не только для профессиональных спортсменов. Пожелаю, чтобы каждый в следующем году привел как минимум еще одного участника, который, может быть, впервые здесь сядет на байдарку или на велосипед. Всем удачи! Добрый день, участники! Доброе утро, хорошее настроение! Ивангород заказал хорошую погоду для того, чтобы сегодняшнее событие стало настоящим праздником. Мы рады приветствовать вас и добро пожаловать в Ивангород! Ура! Я думаю, что каждый из вас, несмотря на долгий путь, а у нас здесь много регионов представлено, сегодня по достоинству оценят наши возможности, наши красоты. Уникальность этого места еще в том, что действительно, наверное, нигде в мире больше нет, где стоят две враждующие много веков крепости на расстоянии полета стрелы. Это Ивангородская крепость, Нарвский замок. И сегодня мы как раз-таки по границе Российской Федерации и Эстонской Республики с вами пройдем и увидим все красоты природы, которые есть в Кингисеппском районе. Всем удачи и вперед! По воде же пойдете? Нет, можно сначала здесь. А, здесь? Отличное настроение, куча энергии, как это, ну, небольшой раш такой. 3-4 в году участвую в лыжных марафонах, 50 километров, бегаю трейлы иногда, а вот грибное мероприятие у меня первое. Главное не торопиться на старт и получать удовольствие.
Обед, да, у вас? Да, обед. Thank you.
что, друзья, встречаем следующих участников. Финиш. Вася, махай флажком, Вася. Красавцы!
тренировка хорошая. Супер. Ну а как вообще организация соревнований? Отлично. Просто отлично. Да. Великолепно. Еще будете на таких же? Обязательно. Конечно. Да, 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 да. Штрафов не будет. Звучал во мне то радостью, то болью. За всех друзей и даже за врагов спасибо жизнь. Если ты плоть от плоти слова, я же кровь от крови и огня. Гони, я тебя возлюбил, гони от меня. Пусть моя поставь в огонь. Ты мечтаешь стать целью, но это уловка, всем битым знакома. Любви без страховки живут миллионы. Нас бьют
Эко-марафон не состоялся бы без помощи волонтеров, которые сопровождали и помогали участникам на протяжении всего маршрута. Зрители, болельщики, мне очень приятно сегодня здесь находиться на этой сцене в нашей крепости для того, чтобы вручить награды участникам сегодняшнего замечательного экомарафона. Как уже сказали, действительно, ни одно мероприятие не проходит без волонтеров. Именно благодаря этим мужественным парням и девушкам все участники вернулись со старта на финиш. Именно благодаря им никто не заблудился и сегодня отправится в свои города, в свои регионы. Корниенко Татьяна Владимировна, участник экологической акции «Чистый берег» в Курбинском заказнике. Давне Павловой! 3-2! Спец акции «Чистый берег». Представители, на сцену, пожалуйста, компания «Ран». Я бы хотела поблагодарить своих соратников по сегодняшней акции «Экологический чистый берег Кургальского заповедника». Вы настоящие молодцы. Сегодня самому младшему участнику было 4 года, самому старшему 83 года. Это потрясающе. 46 мешков! Главному награждению победителей спортивного дуатлона! Друзья, свершилось, и вот она, красавица, без которой не было бы этого праздника. Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион всяческой гребли Аня Медведева. Первое место Сидоров Александр. Бойки, третье место. Загородный Петр. Приз. Второе место Андреевская Татьяна. И первое место Акатова Любовь. Приглашается. Первое место за раф. Баталов Юрий. Коровин Егор. Александров. Побольше! За
самого молодого в команде, Коровина Егора. Вручение специальных призов. Специальные призы, призы симпатии. Призы симпатии. Сорокин Миша! Призы симпатии. Сегодня замечательный праздник, но... будут еще гонки. Я бы хотел сегодня отметить тех, именно тех, кто здесь среди вас. И Серега. А где Володя? Знак внимания сильнейшим. Знак внимания сильнейшим. Хорошенькая. Идите сюда. Симпатичные, красивые. Первый микс. Вам подарки, ребята. Спасибо. Если они на вьюне... Меня взяли, обидели. Настя и Ирина. Ну. В этом зачете. Чудес. Роман и Людмила, идите сюда. Так хорошо и красиво идти, как они шли на Оридиже. Река Оридиж. Вы знаете, это Ленинградская область. Вам приз наших симпатий и уважения. Подарок тебе лично. Спасибо. Уважуха. Финиша. Игнат Ковалев, международный мастер спорта, заслуженный мастер спорта и мастер спорта Алексей Корзин. И за первое место Гусев Геннадий и Выгодин Станислав. И низкий поклон устроителям этого всего. Дмитрий Смирнов и Анна Медведева. Вот это красавишно. Давайте приветствуем. Дима, к сожалению, нет рядом, но он с нами. Спасибо вам, ребята, большое. Это было круто. Спасибо! 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 Слово предоставляется главе прекраснейшего города. Дорогие участники этого замечательного экомарафона, позвольте мне на правах хозяина сказать огромное спасибо всем тем, кто нашел время, возможность в это непростое для всего мира время. Приехал сюда, потратил свои эмоции, потратил свои силы. Мы действительно очень переживали, потому что в Вангороде вообще такого никогда не проводилось. Но я уверен, что сегодня в нашем городе, в этом уникальном месте, эта крепость видела столько побед за 5 с лишним веков. И сегодня эта очередная победа именно здесь, в сердце нашего города, произошла. У нас в городе сегодня родилась еще одна традиция. И до новых встреч! Уже завершились мероприятия, которые очень давно планировались, и планировались и Эстонией, Евросоюзом, и Россией. Вот они сегодня закончились. Вот ваше мнение, как прошло, какие результаты, получили ли вы удовольствие как организаторы? На самом деле, очень рада, что состоялся этот 3-й экомарафон при поддержке программы приграничного сотрудничества, при поддержке администрации, при поддержке пограничной службы. Ну, на самом деле, очень много людей работало над этим экомарафоном. И, вы знаете, мне кажется, что получилось. Получилось, люди были счастливы, люди попробовали себя и в качестве спортсменов, и в качестве экодесанта. Некоторые из них дошли. Мне кажется, что все были счастливы. Спасибо большое всем участникам. Это наш не последний эко-марафон, что мы заложили традицию, как сказал Александр Владимирович. И сам проект продолжается, у него очень серьезные цели, и в рамках этого проекта есть исследовательские цели тоже. Мы хотим посмотреть, как все-таки мы загрязняем Балтийское море, и что сделать для того, чтобы не ухудшить ситуацию и
такой прекрасной реки, как Нарва. Да, ну с большим удовольствием все это провели, все это осуществилось. Очень повезло с погодой. Большое спасибо всем вообще местным жителям, всем болельщикам. Ну, не говоря уже, конечно, об администрации. Большая помощь, огромная помощь. Приграничное сотрудничество, и минералы, Nord Stream 2, компания, которая очень помогла. Без них бы всего этого не было, конечно, да. Ну и участникам, которые приехали в количестве больше 200 человек, это большое количество, да, для такого первого мероприятия. Очень масштабно, учитывая, что у нас не только водная часть была, да, но и велосипед. Это круто. То есть мы, конечно, очень довольны и самим мероприятием, и все, как все прошло. Все получилось. В общем, первый опыт. Как показали, спортивные результаты были или в основном это присутствовало просто участие? Или все-таки кто-то старался? Конечно, были такие зарубы хорошие спортивные, да, когда там за первое место боролись и за второе. И были же у нас зачеты по классам лодок, да, там была борьба и интрига до конца в мужской двойке, например, да. В одиночках, в сапах, то есть прям, конечно, были интриги, потому что кто-то был быстрее на воде, кто-то на велосипеде, например, да, и все решалось в последние метры. Было очень интересно, классная борьба, да. Но мы хотим, чтобы это мероприятие было, да, каждый год, в следующем году. Также планируем и очень надеемся, что эстонские границы все будут открыты, да, и это будет еще более массовое мероприятие, уже двустороннее.